Никакого керосина, только водоросли. Именно по такому принципу работает эта новинка в сфере авиапромышленности. Самолет нового поколения Diamond Aircraft DA-42 кружит в берлинском небе на топливе из морских водорослей. Демонстрационный полет проходит в рамках международного авиасалона. Представил экологически чистое чудо европейский аэрокосмический и оборонный концерн. Топливо из морских водорослей более энергоемко, на 5-10%. Кроме того, его преимущество также в качестве выхлопов. Оно выше, чем при работе на обычном керосине. По словам производителей, у биотоплива есть еще одно немаловажное преимущество. Производить биологическое топливо можно везде. Нужен лишь солнечный свет, углекислый газ, питательные вещества и место, чтобы это осуществить. Однако есть в биотопливе из водорослей и одно существенное «но» – производить его крайне недешево. Я не могу сказать, сколько в конечном итоге будет стоить литр топлива из морских водорослей, но это будет намного дороже. К сожалению, мы еще не достигли уровня, когда можем производить его в больших количествах на продажу. Отвечая на вопрос о том, как долго ждать мировому сообществу самолетов на биотопливе, Штулбергер ответил, что еще 5-10 лет.